Ой-ой-ой. Ребята, в этом ролике мы разыграем Гаррис мод. Все, что нужно сделать, написать любой комментарий, подписаться и поставить лайк. А победителя вы сейчас видите на своих экранах. Напиши мне в Дискорде, в Телеграме или ВКонтакте и забирай свою игрушку. Всем удачи! Hey, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем Animal Battle Simulator. Если петь, кушайте, приятного аппетита. А у нас эпичная битва с пожирателем и Бенди. Поехали. Ой, вообще такой маленький. Ну давайте проверим, потому что они, может быть, очень имбовые. Ставьте лайк, лайкосик, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. И кто кого выкинет, тоже будет считаться за проигрыш. Я бы не хотел оказаться в щупальцах вот этого пожирателя. Он просто какой-то очень дебелый. Ох, он штрыкает его. Прям эпично. Давайте посмотрим, у кого сколько жизни. О, я даже не знал, Бенди жизни не тратится. Но, скорее всего, он вылетит. Он всех будет выталкивать сегодня. Да, этот Бенди. До свидания. Так, первый Бенди у нас оказался очень слабым. Давайте будем ставить другого Бенди. У нас, кстати, есть пожиратель поменьше, поэтому мы тоже его сегодня в ролике поставим. Смотрите ролик до конца. Потому что будет эпически все. Ух ты! Сразу развалил. Ну, понятно, этот пожиратель очень мощный. Какой-то, может, Бенди и выдержит. Будем смотреть. Вот тут уже чуть побольше. Пошла битва. Он сразу нападает, прям жестко. Вообще, не дает никакого шанса. У нас есть Бенди побольше. Может, он все-таки ему что-то сделает? Да. Разваливает. Так, хорошо. Так, может, мы меньше пожирателя поставим? Полетели дальше. Такой Бенди у нас есть. Который сейчас улетит. А, кстати, как невидимая стена есть. Да ладно, победил. Красавчик. Вот это герой наш сегодняшний. Давайте сделаем еще одну битву. Если это не совпадение, то значит он опять упадет. И будем считаться, что этот Бенди пока не самый умный оказался из всех. Потому что каким-то образом выкинул этого пожирателя. С гигантскими метрическими щупальцами. Можем немножко время даже замедлить. Посмотри, как он штрыкает его. А он очень крепкий. У него на руке какие-то, не знаю, кувалды золотые. Так прикольно блестит. Ой-ой-ой, накатился прям. Да, он его уже скинуть не может. Так, если сейчас он скинет этого челика, то будет третий раунд. Вставай, вставай, давай. Я все-таки болею за Бенди, чтобы этот пожиратель опять упал. Он как-то странно катается. Пожиратель, ты сам себя скинешь. Нет, нет, нет. Пошла битва. Ой, он его швыряет. Смотрите, он его наштрыкнул. В это время еще много раз дамажит его. Ну, не знаю, из какого-то обсидиана сделана, его просто это не берет. Вот это мощь. Можете написать в комментариях, каких следующих персонажей нам записать. О, я придумал. У нас будет следующий, кого мы будем тестить. Это будет из цепишки. Тут статую прикольно сделали, 173. Но я видел только постройку, но не тестил ничего. Но постройки видел. Да, такая битва какая-то, очень одностороннее избивание, но ничего не происходит. У него и у того полные жизни. А, ну я понял. Он решил доказать, что он его случайно первый раз выкинул. Ну что, третья схватка. Все-таки надо посмотреть, кто же победит. Решающий бой. Кто кого. А, ну понятно. Ох, как ударился в невидимую стену. Да ладно! Бенди победил! Вот это мужик! Красавчик, пока мисс наш победитель. Он выдержал этого щупальцеголового. Ну, понятно, что выиграл не дамагом, но умением выкинуть. Так, вот такой у нас есть Бенди. Какой-то черно-странный. Давай, давай, давай. Пожиратель, ты сможешь. Может, в конце, ребята, сделать ролик такой, как бонус. Много маленьких пожирателей против большого. Да, ребята, в конце, так что мы сделаем такое бонусное. Ну что, он его штрикает-штрикает, а толку? Неплохо. Так, посмотрим жизни. Кстати, да, он его дамажит, этого Бенди. Этот Бенди, скорее всего, погибнет, может, даже. Ну, мы этого не дождемся, потому что, скорее всего, кто-то кого-то скинет. Ох, он его бьет в голову. Смотрите, он его просто придавил и бьет в это время. Дамажит.
Не получается ничего сделать. Пуп не задамажить этот смертельный. Ну ничего, у нас еще есть на сладко большой Бенди. У него будет дури побольше. Смотрите, как куски должны были разлетаться, но нет. Он его штрыкает. Давай, я верю в тебя. Жизни еще много осталось. Ну, по сути, куб его убьет. Даже если перемотать время, а я этого делать не буду, потому что это очень долго ждать. Куб его уничтожит. Давайте еще подождем, все-таки может он его скинет. Но он такой пассивный, этот Бенди. Давай, куб, возьми его и скинь. Как ты это любишь делать? Заштрыкнул и откинул. Покажи. Крутится и дамажит. Вот это механизм сложный. О, как я и сказал. Нет, а этот задержался, не захотел отлетать. Ох, он его в воздухе бьет как, а. Да, уже четвертой части жизни нету. Ну, пятой. Проиграл, проиграл. Ну, есть шанс, что он может еще каким-то образом скинуть этот куб. Ой-ой-ой, смотрите. Ну все, 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 куб его убил. Так, вот такой у нас есть Бенди, более оригинальный. Давайте его потестим, полетели. Ой-ой-ой, как он сразу на него кинулся. Он по сравнению с этим кубом просто какая-то чепуха. Ой, если что-то пропущу, где он? А вот он, вот он, вот он. Ой-ой-ой. Я полетел сразу. Минус Бенди. Уникс. Да. И это тоже не выдержал. Ну что, у нас остался очень мощный Бенди, который реально, ну смотрите. Ну качок просто. Мощь. Напишите, ребята, в комментариях перед боем, кто кого выиграет. Ну этот прям дебелый каба. О, ну тоже швыряет. Он его сейчас скинет. Так и будет. Ой-ой-ой-ой-ой. Давай, сопротивляйся. Ничья. И я считаю, что это ничья, независимо, кто первый или второй. Улетели, в принципе, одновременно. Ничья. Второй раунд. Смотрите, все то же самое, в принципе. Может, еще раз улетят. Как он злится. Но он его просто, смотрите, придавил голову ему. Этими, получается, шипами. А другими щупальцами просто дамажит. Мне кажется, это хорошая тактика. И нужно ее придерживаться. Ну что, вырвется, не? Давайте посмотрим, как жизнь тратится. Так он куб дамажит. Вы представляете этот Бенди? Насколько ты мощный. Такие щупальцы поотрывать. Вот это смотри на него. Ну ничто. Третий раунд. Давайте уже все-таки докажет он свою правоту. Вот это он мощь. Откуда он так дамаг производит? Я так и не понимаю. Только не упадишь. Я хочу, чтобы Бенди победил в этот раз. Ну, куб, короче, улетел. Куб. Прощай. Центр тяжести не на твоей... Ей стороне должен был быть, но нет. Ну-ка. Не, куб. Да ладно, непонятно. Да кто ж кого должен выиграть? Куб, ты что, дурак? Обиделся, да? Что начал проигрывать. Ну что, давайте, последний решающий раунд. Сейчас точно должны выяснить, кто же сильный. А, я вижу, вот когда он бьет, видимо, в это время очень много дамага, да, проходит. Давай, Бенди. Злостный. Горилла Бенди. Странный очень такой скин. Ему надо что, просто ударить кулаком разок. Ой, смотрите, наштрыкнул на голову. Это был какой-то суперудар, что ли? А толку от этого суперудара? Жизни не выносится. Вот этот бронежилет из металла, он его спасает от всех ударов. Ну-ка. Ой-ой-ой, не дает его ударить себя. Не дает встать. Ай-яй-яй, ну что? Проиграл. Проиграл, вот так вот. Так, ну что, как я обещал, сделаем эпическую битву. Ну вот прям рядом, вот прям, чтоб вот так вот прям. Вот, 4 штуки, поехали. Чтобы они сразу его атаковали. Ух ты. Улетел? Нет, не улетел. Но он уже к нему не придет. Они как-то странно здесь управляют. Да, если он атакует, то он уже атакует до конца. Твою жертву уже... Вот это он уже не отпустит. Он его точно разнесет. Да, так и есть. Еще и гуляет с его запчастями. Ой, сейчас коротышки этому влетит. Согласен. Вот как всегда сваливает.
Короче, сделаем вывод, что этот очень мощный щупальца-убийца. Ребята, если вам понравилась эта серия, и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения, и посмотрим мои ролики еще.